пронести. Все, ДГ. Это 2-1. Радико проигрывает. Неплохо. Очень неплохо. 10 минут уже прошел матч. На удивление. Так, ну что, Ради Кобра 2-1, выходит вперед и падает нога Друса, кстати. Так, а кстати, у нас лузера-то почти все сыграли, ты знаешь, остался Бибит Дек Рус, Гадрус Ради Кобра, и вот Дурка должен с кем-то сыграть, а Дурка должен сыграть с победителем. А у нас Винчестер Флэшман, кстати, до сих пор не сыграли, нам нужно срочно, чтобы Винчестер с Флэшманом сыграли, ты знаешь? Сейчас я выключу. На Твиче робит, ну ладно, так, сейчас я на всякий случай одну вещь сделаю. Спасибо, Ксарда, за то, что говоришь. Так, вот так будет приятней. Так, хорошо. Окей, окей. Вот, Винчестер говорит, прыгайте. А, ну все, сейчас к нам упадут ребята. Винчестер и Флэшман. Так, плюшки надо выкидывать. А, ну да. Сами выйдут. Сами выйдут, да, ну ладно. И надо быть суровым мужчиной. Начать отстрел. 221 человек на стриме. Всем здравствуйте. С вами Кочевник и Оман. Мы смотрим Red Alert Cup от Russian Community. Еще монетку за рекламу. А что, реклама включилась? Сейчас, подожди. А че это она вдруг? Ну ладно. Странно. Ладно. Я потом перепроверю. За Францию никто не играет. Ты знаешь, вообще-то сейчас не особо. Сейчас не особо. Что-то сегодня во Францию вообще, по-моему, никто не играл, да? Франция очень редко используется, потому что карты не позволяют расстроиться хорошо. Ну, там, в общем... Ну да, там же через башню все равно надо играть как-то. Ну, по сути. Ну, нужна карта подходящая и умение исполнить. Ну, я видел пару игр довольно веселеньких через башню, когда, ну, через эту гребаную пушку, когда там народ просто выносил друг друга на трололо. Как какому-то, знаешь, там. Да, я понимаю, я сам такой проворачивал несколько раз. Одна из моих любимых застроек, башня на базе. Ну, даже не башня на базе, знаешь, там человек вот там через центр, например, если есть центр, условно говоря, там просто через центр выстраивался, просто противнику ничего не давали сделать. На меня флеш упадет. Ну, скорее всего, либо да, флешман, скорее всего, на тебя упадет. Привет, Данила Эрмолайф. Данил Эрмолайф. Эрмолайф, привет. Ну что, где они там? Кроме ракцев нет никого? Нет, просто это наиболее такой балансный. Они любят через рак играть, ребята. Но играют американцев, за британцев у нас сегодня кто-то играл. За Кубу. Ну, Номан троллил Куда? За Кубу. Да, очень хорошая страна. А? Куба это очень хорошая страна. Ну, приятная, да, да, да. Так. Она хороша на картах, на маленьких, где маленькое расстояние, и есть нефть, где есть сразу стартовый инкам. Не нужно строить много харвестов. Ты можешь пойти через радар, а не через завод. Ну, тогда да, просто с самоубийцами просто заспамиваешь противника и все, да? Да. Так, Винчестер присоединился, ждем у нас флешмана. Флешман пришел, очень хорошо. Интересно, не подчеркали? Я не знаю, я надеюсь. Я искренне надеюсь. Так, Черкаля. Привет, 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 привет. Сейчас узнаем. Эту карту черкаю сразу, нормально. Нормально. Не черкали они, судя по всему. Сейчас спрошу.
Флэш был чемпионом России в 2005 году. О, ух ты, елки. Так, что там топчик на старте, как по мне, российские сайды. В смысле, не понял сейчас тебя, Сергил. Там ребята черкают. Ты кто? Да-да-да-да-да, ла-ла-ла-ла-ла. Дюну, в смысле, давай Дюну. Давай Дюну, черкай Дюну или что? Не поймешь этих китайцев. Два карту без здания. Два карты без здания требуется. Ждем жесткой картки или Винчестер Низараш, конечно. Ну, посмотрим, посмотрим. А, не черкать, я отойду немножечко. Давай, давай, давай. У нас, в принципе, кстати, не так много игр осталось. Бибит против Дека, я так понимаю, сейчас будут играть. Гадрус против Реди Кобры. Хелсан победил Крашера, то есть Хелсан дальше. Дальше, в общем, осталось, ну, в общем, не так много. Так, чем баланс на игрок по сравнению с остальными линейки? По сути, могли спокойно Ю брать любого совета. А Ирак очень хорош против каких-нибудь пушек через пехоту. Годюну. Так, куда дурка пришел, можно узнать? Дурка. Ждем Омана. Дюн Патрол они имеют в виду, я их спрашиваю, или Little Piece of Dune? Биби, ты кто-то там потерял? Так, сейчас. Бибит, бибит, бибит. Тебя ждут в турнирном. В турнирном. Сейчас посмотрим, где у нас бибит. Может, он у меня на стриме? Сейчас. Вполне возможно. Так бывает. Так, где у нас. Бибита нигде нет. Не знаю, где он. Шляется где-то, собака страшная. 3-4 хороших игрока смотрю на турнире. Ну почему 3-4? По-моему, ребята некоторые очень даже прилично отыгрывают. Я бы сказал, весьма прилично отыгрывают. Молодцы, научились. Ну да, ну да. Так, ну что? Отошел Ломан. Ждем его. 194 человека. Всем здравствуйте, добрый вечер. С вами Кочевник. Смотрим чемпионат по Red Alert Cup 1. У нас уже, на самом деле, мы ближимся к финалу. У меня есть подозрение, что мы можем даже сегодня все успеть. Вот, если вам нравится мой стрим, если вам нравится эта тематика проведения турниров по старым играм, вообще старой стратегии, вы можете меня поддержать. Все реквизиты в описании ГГС Канва ТВ есть. Я буду вам очень благодарен. Мне очень нужна ваша поддержка, если честно. Вот. Так, ну что, непонятно, где все шляют. А, ну Оман, да. Ждем Омана, 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 Омана. Вообще мы так неплохо устроились. В принципе. Не готовы? Да, один патрол. Сейчас дается мне, что Винчестер его прокатит. Ну, посмотрим. Вроде флешман нормальный. Будет видно. Ну, посмотрим. Говорят, я которую катку смотрю, только одна военная академия, один Киров, остальные решают тануами. Танками, наверное, ты имеешь в виду. Ну, Шинемур, до Кирова надо еще дожить. Поэтому, в общем, не все доживают. Далеко не все доживают, к сожалению.
Так, играть будут кто-нибудь? Галка, где? Ой. Тебя ждали полчаса. Они просто очень быстро определились с картой. Как раз отошел, они сразу определились. Лол. Теперь флеш пошел. Окей. Да, Йокерн. Ожидание, воспитание терпения, ну и прочее. Все, поехали. Поехали, да? Ура! Ура! Последний полуфинал, между прочим, в сетке виннеров. Винчестер против флешмана. Как это? Ты на кого ставишь? Я на Винчестер, честно говоря. Видя, как он отыграл и раскатал Хэлсона, который, я думал, будет претендентом на победу. Но Хелсон мог не растрениться, опять же, он может вернуться. Ну нет, он днем, я видел, он катал. Не, на том смысле, что Хелсон-то может сейчас вернуться еще через сетку лузеров. Он там вроде еще сидит у себя на... Сидит у себя на... Да. Так Но что... со стороны флешмана застройка вниз. Он будет Ну... добывать нижнюю. Ну, а Винчестер будет бывать центральную. Собаки побежали уже. Сколько тут? Три, да? Три собаки с каждой стороны. Две собаки со стороны синего. Ну, просто сколько стоит тут, знаешь, как я тут недавно видел, как, ну, когда вот игры были, видел, как одна собака сожрала штук 7 или 8 Ну своих это да, это бывает. товарок. Причем главное эту собаку не контролить, когда она жрет. Надо, кого успешнее жрет. Она сама, если ее начинает жрать, то лучше ее оставить в покое. Правило получается у нее это лучше, чем если ты начинаешь контролить. Минус Не синяя знаю. собака. Здесь у нас что? Здесь две красные на базе, аккуратненько все разведали, все по красоте. Все очень бережно. Пока ничего не происходит. Ну. Можно сказать, что Винчестеру гораздо дольше ездить за рудой. Ну, Винчестеру дольше, но не, я бы не сказал, что прям, хотя, ну, я и скажу, что прям гораздо, ты знаешь, дольше, но не настолько уж, тем более, что разница по, у них все еще у обоих есть запас денег, Ну да, если в Винчестер начале это не сейчас, очень критично. ну да, так что если Винчестер сейчас быстренько сделает себе второй харф, хотя бежит тут паучок уже от флеша. Ну, вторая добывалка будет уже прямо на золоте. Ать, собаки, минус. Ну что? Привет, Сид Краймер. Разворачивает Харвест. Видно, что контролит. Флешман. Ну да, он бережно. Ну там паук просто отступил, я так понимаю. А, нет, он в пальмах тут тусуется. Убежал. Второй харвестер от флешмана. Вот сейчас вот. О, О, успевает. залез! Красавец. А деньги. А, ну деньги флешмана есть на ремонт на самом деле. Да, но он только что построил. Если он прямо сейчас закажет, то он успеет. Да. Там, правда, это уже три хорва, получается, 3 на 3. А тут, кстати, вот флешмановский паук так и сидит. Он избегает вокруг. Там есть незащищенная база. Защищенное место у сдачи руды. Можно пробовать туда сбежать. Ну, если бережно сделать, то да. И он, не, походу, не успевает вычинить. У Да него я тоже деньги смотрю, да, на деньги вроде есть. нуле не обнуляются, значит, он не строит. Ты забил, что ли? Видимо, да. Да, забил, слушай, он убивает его. Чё? А, понял. Он, видимо, забыл. Ты знаешь, у меня есть подозрение. Возможно. Убегает паук, успеет. Успеет. Хорош, зашел. Ну, у Ну, Винчестера есть деньги, что да, у значит? Винчестера, да, определенно есть инкам достаточный. Какого года игра? 2001-го. Ну, 2000-го, на самом деле. 2000-го, считай. Да, Так. строит тюнюк. Танки, танки, танки. 2 на 3 танка пока, ну, в общем... А, ну, отчинивает, да, отчинивает. Нормально.
3 на 3 танка, собака на собаку, танки на танки. Ну, ничего критичного, опять же. Ни с одной, ни с другой стороны. А? Солдат с одной стороны еще бежит. Ну, это, конечно, смешно, да. Лагает, но это не у меня лагает, это у ребят в игре под лаг такой, ребят. Ребята, ну бывает. Так. 4 в 3. У Винчестера 4 в 4. Достаточно, чтобы достроить еще. Ну, у Винчестера 3 хорва, тут, в общем-то, такой момент. Да. Не удивительно, что у них есть деньги. И уже один танк на вытекании. Да, он достраивает еще один харвестер, но на один танк проседает, даже на два. Ну, тут вопрос в том, как защищаться. Хотя нет, 4, конечно, 4 на 6, нет, на. Он продает MCV. Ооо, что, улынь будет? Видимо, да. Но у него нету другого варианта. Ну, его просто, где-то что разница уже по количеству танков тупо уже такая, что я боюсь, что улынь не поможет нифига. Сейчас на один танк у него. Меньше. Ну, это при том, что он улынет. Уже на 2. Ну да. Понимаешь, что все разница. На то, что он улынет, это уже все. Ну, это все не отбивается. Ну, будем ждать, когда он выйдет. Ну, по сути, да. Наедать. Ой. Собака выдерживает аж целых 4 удара. Да, собака просто это... монструозно. А, и вот, да, вот это отдал танк. И больше нет денег. Да, все. Винчестера целых 1500. Не, ну у флешмана тысячи есть, так что, в общем, он может кое-что построить. Инкам у него, в принципе, есть. Другое дело, что попытка намаситься не прошла, просто потому что, ну, блин, ну то вот он этим массом только сократил отставание, и все. Ну вот, считай, всю игру сделал один жук, которого не доконтролили. Да-да. Даже не жука не доконтролили, просто там были же у него деньги первоначально, там 700 баксов у него точно было. Вот сейчас на муви отдает один танк, ничего не нанеся. Собак, кстати, довольно много тут у флешмана. Господи, какой бред. Флешмана мало, у него есть деньги, и он не заказывает танк. У него деньги стояли долгое время просто так. Ну тут бесполезно. Тут вопрос времени. То есть я понимаю, что флешман хочет вымереть, как вообще. Мне кажется, тут просто уже вот начинает. Да, вот теперь точно. Там просто... был момент, когда было равное количество по танкам. Ну, там просто Винчестер въехал в позицию флешмана просто на танках и начал обстреливать. По самой не балуйся. Ну и все, разница уже такая, что... Та-та-та-та-та-та-та. Что ты сделаешь? Ничего ты не сделаешь. Уже все, уже только можно выйти. Ну, посмотрим, в принципе, у флешмана еще есть шанс сотряться. Приговор. Ну конечно. Тем более, что БО3 все-таки. Я всем участникам сообщаю. Это традиционная фишка Бибита. Выйти, показать, какой он крутой, и на четвертьфинале получить техлус. Обидно. Обидно, но у него регулярно такое. Мистер Нервиох Вервиокс, hello. Или привет, не знаю. Играет за Альянс, да, играет. За Альянс тоже играют. Ну, я не знаю, что хочет добиться флешман. Пытается дождаться ошибки от Винчестера, что ли? Возможно, но сейчас просто нужно тупо въезжать. Уже танков на 3 больше. Даже на 4. Да уже на 5. Просто, да тут просто может, как это что называется, через оклик войти и все убить. Здесь нет стимпака и оклика, поэтому. Нет, оклик тут есть.
Минус флешман. Последний харвестер умирает. Нет, не умирает, но это не важно. ГГ пишет флешман. 1-0 в пользу Винчестера. У меня есть, что они прощаются, значит. Ну и мне написали, что он был чемпионом России 2005-го, да? Ну если 2005 год, сколько тогда он уже играл? Наверное, ему сейчас больше 30-тника. Ну, не обязательно. Я тебе могу сказать, что мне... 11 лет назад. А? 11 лет назад. 11 лет назад мне было 18. Мне не больше 30-тника. Я мог так играть тоже. Ну, то есть так играть, конечно, наверное, не мог. Так, что у нас получается? 1-0. Черт, это... Сейчас, секунду. Нормально. Какую карту взяли? Еще не определились. На стриме... ...322. Ну-ну-ну-ну. Ну что, ждем, пока у нас флешман выберет карту следующую. И посмотрим. Ну вообще, да, Винчестер, конечно, сильно. Сильно-сильно. Впереди. Ой. Так, что-то я не понял. Флеш отошел, что ли? Где там кот напакал? Понятно. Карту! Имей совесть, флешман. Сидим, что-то трындим, а у нас, оказывается, просто флешман сидит и карту не может выбрать. Последний четвертьфинал, между прочим, Винеров. Нет, еще Оман Тимбервольф. Нет, Тимбервольф Оман это полуфинал уже, родной. А, пш, отлично. Давай Бладфойд, да? Бладфойд он просит. Бладфойд, так Бладфойд. Меня сейчас вырвет. Что будет не очень сильно отличаться матч там и тут. Карты очень похожи. Ну, что делать? Ну, понимаешь, какой выбрал, такой выбрал. Может, он попытается сейчас как-то замасить танками или еще что-то сделать такое хитренькое. Тем более, что карта относительно маленькая. Все, поехали. Ура! Вторая игра последнего четвертьфинала Винеров. Винчестер Д против Флешмана. Напоминаю, Винчестер ведет 1-0. Так, в 2005-м я играл против Хота в Варике, сейчас 28 лет. Окей, бывает он пост. Итак, слева у нас Винчестер красный ракетс, Флешман справа синий ракетс. Интересно, у Ирака есть где-нибудь синяя форма? В смысле синяя форма? Ну, у разных подразделений разная форма. Например, военная форма у нас полевая зеленая, а морская черная. Может быть, где-то есть синяя? Возможно. Так, посмотрим. Собачки побежали. Я могу предположить, что одна из этих сторон настоящая Ирака, другие это ИГИЛ. Нет, это коллаборационисты с Америкой. Одни это бывшая республиканская гвардия Саддама Хусейна, а вторые коллаборационисты. Да, возможно. Торт. Окей, какой-то бред несем. Собака прибежала тут, собака прибежала там. Никто никого не загрыз. Ставится рефенери. Отвечаю на вопрос на 22, пока тут ничего не происходит. По СК2, по строкам второму турниру в ближайшее время не планируется, по той простой причине, что у меня старый слабый ноутбук, и мне нужен новый. Когда у меня появится новый, возможно, буду. Пока нет, определенно. По СКБВ, может, будет. Весной. Так, ну что? Ничего. Пока ждем. А? Ничего не происходит. Ну, собственно, первые минуты игры, разве первые две. Собачками? Ну да. Беготня. Четвероногие друзья.
ставится по заводу с каждой стороны. Ну да, все как-то стараются. Тайминг, тайминг, тайминг. Ну и сейчас будет опять попытка засадить жуков. Ну и возможно, кстати, возможно вполне удачная, потому что тут карта в этом отношении более... Хотя, хрен знает, башенок ну, нет. Инчестеру потяжелее будет засадить. Я бы не сказал, а хотя, если аккуратно вымикрить... Забежал. Да, забежал. И даже ни разу не пульнул. Обидно, а здесь забежал, нет? А здесь он его даже не видит. А, еще... а куда он делся? А, вон сверху. О, на башенке, все. Не успевает просто, да. Вот поэтому я и говорю, что тяжелее. Чинит. Отчинивает в этот раз. Отчинивает. Ну, хорошо, что молодец, что отчинил. Просто, видимо, ее... Ну, рано, наверное, паучок пришел. Хотя фиг знает. Носорог уже от Винчестера. Отвечаю Хайкалипсису. Хайкалипсису. Окей. Нет, не ограничивается, просто это турнир, и ребята очень редко в турнирных играх доходят до хай, там, до высоких технологий, просто потому что они выносят друг друга раньше. Второму варику я подумаю, Дикайс. Так, ну что, побежали. Это алын со стороны Винчестера. Почему? Продал ЦЦ, да? Ну, Винчестер, по-моему, это... Не знаю, зачем он сейчас это делает, потому что, в принципе, вот с инкамом... Ну, по-моему, флешман должен отбиваться, ты знаешь. Он сейчас, в принципе, ничего не теряет, потому что... Если он проигрывает в этом сражении, он выбирает карту, на которой он будет играть лучше. Явно лучше. Ну да, ну он может себе позволить такой Аллен, да. В этом смысле, безусловно. 4 танка в 3. Начинается перестрелка. 33, по-моему. Человеки будут... Ну, один на базе тупит. Человеки начинают принимать урон. Ну, вопрос в том, что подсеять пехоту и собак харвестерами аккуратненько. Сейчас нужно просто сломать завод. Это единственная прерогатива. Ну, пытается, но тут довольно много, кстати. Нет, тут три танка. Нет, танки теряются, завод будет стоять. Ты знаешь, это провал, Винчестер тут ничего не сделает, уже все. Ну, есть еще парочка человеков, один из них с лычками. Ну, с лычками это мило, конечно, но опять же, то есть... Вроде бы он не передавливается, его нельзя передавить. Вот зря он его уводит, он мог продолжить атаковать завод. Посмотрим. И отступает. И отступать уже, в принципе-то, некуда. Ну там 3000 у него есть. В принципе, если он построит парочку танков, то вполне можно. Не, в принципе, он обязан строить танки. Вот этот танчик тоже, скорее всего, не уйдет. А нет. Ушел. Не, а может... Ну-ка. Не, не ушел, все. Задавливают все-таки этого сержанта. Инженер тусуется. Ну а что, почему бы нет? Кирам 2012, спасибо. А? Саша тоже была продажа MCV. За фоллоу. Ну, а зачем, кстати? То есть в итоге они, получается, они оба в ситуации, когда у них просто нет некоторое количество запасов падения. Опа, продается РФ нарядного. Ну да, это правильно. Ну да, там два у них. Не 3 в 3 получается, а 4 в 3. 4 в 3, да. Ну там, правда, один носорог сильно пробит. Ну да. Желтенький. Плохо. При этом, кстати, он ремонт на мастерскую продал, так что... Ну есть один носорог с лычкой, у него повышенная броня. Так, 3 в 2. 3 в 2, 3 в 1. Ну, 4 в 2, 4 в 2. Сверху еще заезжает. Да. Ну, мне кажется, что здесь флешман должен продавливать. Медленно, наверное. Потеря в его пользу. У Винчестера есть деньги. Если сейчас флешман не перестанет давить, то, возможно, он успеет отстроиться. Ну, не знаю. Имамото, это не ко мне претензии, я не организатор. Так. Да и, в принципе, нормально. Тут есть большие карты. И макро тоже было сегодня. Ну вот, начинается замес такой, непонятно, правда. Нет, по-моему, это в пользу сейчас... Вот это сейчас польза будет Винчестера, ты знаешь? Ты здесь? Да, я здесь, слёт. Всё. Это я был? Нет, все залагали у меня. У меня тоже все залагали, кроме меня. Ну, может, Цинциннат? Да, это скорее всего. Сейчас Винчестер, кстати, может даже проломить что-то. Если будет аккуратнее. Три танка? Два. Нет, два танка. И один пробитый. Хотя вот сейчас этот танк умрет. До одного. Это дичь. Качельки какие-то. Качельки совершенно невероятные. Причем по экономике ситуация обоих совершенно дрянная.
Причем, смотри, один Харвестер вообще стоит в Винчестер Винчестере. вообще все Харвестеры очень долгое время не добывали. Да. Красава, пишет Флэшман. Ну, я бы не сказал, но ладно. Оба что-то какую-то фигню сделали, да. Остается. В принципе, ситуация не уже не равная. У Винчестера уже 4 танки. Ну, вопрос в том, чтобы сохранить здание. Так. Нужно брать Харвестеры. Биваться с Харвестерами? Ну, здесь, если он сейчас не отбивается. Ну, вот пехоту ставить против собак было странно уже. Еще один танчик, уже 5. 3. Ну, получается, да, Винчестер начинает медленно перетягивать. Очень медленно, но перетягивать начинает, конечно. Вообще, я бы сказал, что зрелище достаточно забавное, ты знаешь. Да, здесь сейчас микро каждым танком нужно делать. Ну да, то есть надо изо всех сил тут. Изо всех сил. Начинается перестрелка. Ну вот сейчас в этой позиции, по-моему, она в пользу... Ай. Да, это Винчестер Вин, кстати. Танков слишком много. Не, Винчестер выиграл. Слушайте, потрясающе. Он же провалил, На соплях отковыривается все. Да. То есть просто на... Ну, блин. Да, круто. Потому что фактически свой all-in-то Винчестер проиграл. Получается. Вот, но тем не менее умудрился камбэкнуть и убить несчастного флешмана. 2-0 в пользу Винчестера, и Винчестер становится последним полуфиналистом сетки виннеров. Так, сейчас я очко поставлю. И он падает на Жасулана, кстати, Винчестер падает, ты знаешь? На Жасулана? Жасулан проиграл? Нет, он же сетка виннеров. Бибиджи не смог сыграть, Жасулан получил техвин. Все понятно. Так, ну так что. Бибид с Жасуланом же сыграли. А, ну да, Бибид в сетке лузеров вышел, да. Так, ну что, пиши, может быть, тогда Винчестер сразу сыграет с Жасуланом? Да, сейчас. Жасулану просто напиши. А то, что он реактор просто не вынесет. В смысле, что он реактор просто не... В каком смысле Alver MGT? Не, ну в Винчестер это сюда можно написать, что проблема-то? Он же в игре еще. Так. Может, Винчестер спрашивает, может позже? Он в чате турнира сейчас спрашивает. Ну можно позже. Оман, хочешь сыграть с Тиммервольфом тогда? Потому что с виннерами... Я хочу, да, но надо сейчас чуть-чуть передохнуть. Стрим тоже напрягает немного. Ну, давай тогда 5 минут перерыва. 5? Ну хотя бы 15 надо. 15 тебе лично? За компом, да, сидеть постоянно. Волк сейчас сидел, ничего не делал. Я так, чисто. Ну, давайте, да, давайте. В конце концов, стрим идет уже почти... Сколько? Это 5 часов. 5 часов идет стрим. Да. Ну, я думаю, да. Ну, давай тогда, да, давай 15 минут перерыва. Угу. Вот, ребят, тогда я включу вам сейчас музыку всякую смешную. И через 15 минут возвращаемся сюда. Я тогда скайп тебе вешаю, а потом, собственно, да. Ну, зови тогда сюда сразу заранее Вольфа, выкидывай отсюда Винчестера с флешманом, и все будет нормально. Так, тогда да, давайте 15 минут перерыв, выдохнем немножко. Там лузера играют. Так, дурка флешмен. Тем. Да, походу мы сегодня успеваем все сыграть. Какую рекламу? Откуда наберется эта реклама, блин, гребаная? Объясните мне, пожалуйста. Ничего не понимаю. Надо написать Майкер, что плеер как-то реагирует странно. Окей. Включаю тогда вам музычку. И 15, через 15 минут собираемся здесь же. Ребят, фактически я чувствую, что мы сегодня все обстримим, вы знаете. Время только сейчас будет 11.
А у нас уже, сейчас я покажу просто вам, чтобы вы увидели. Смотрите, вот это вот так выглядит сетка лузеров. То есть осталось буквально тут чуть-чуть. А вот так выглядит сетка виннеров. Тут уже полуфинал по полной. То есть все очень даже неплохо. Запрещать гражданские войны. Причем, тюлень, это не ко мне информация. Хочешь, напиши в чатике турнира. Организовал турнир не я. Вот и все. Все, погнали. 15 минут.
Так, я пока вернулся на время. Сейчас посмотрим, что куда, зачем. 160, сколько там, 197, там часть народа ушла, но бывает. Народ переключается все время на какие-нибудь другие стримы, посмотреть, ля-ля-ля. Так, смотрим, что у нас. Не-не-не-не-не-не-не. А, по второму дову чемпионат будет, скорее всего, весной, когда точно не знаю. Пока что вот первый дов будет в конце февраля, там посмотрим. Я на март еще пока не планирую. Когда игра будет? Ну, ребята взяли перерыв. Игра будет минут через 5-7, где-то так. Может быть, да, ну, даже минут через 5, наверное. Давайте пока с вами посмотрим табличку. Дурка опять куда-то залез. Че ты лезешь все время везде, а? Перерыв на поспать, ну, типа того. Значит, что у нас в сетке происходит? Давайте обновим ее. Посмотрим, что у нас в сетке. Так, скрываем вот это все. Дурка флешпинг, а не... А, дурка... Так, сейчас я напишу. А, дурка ушел, да? Все. Дурка тебя ищет. Так, ну что, у нас получается сетка виноров, у нас полуфинал, финал, суперфинал, фактически все. Флэш, походу, ушел, ушел. Ну, непонятно. Дурка, напиши об этом, пожалуйста, не мне, а вот иди в чат турнира и ему пиши. Там тебя Алексей К ждет. Здесь у нас что? Декрус вышел, победил, то вышел. Ждем игры флешмана Дурки. Хелсон выиграл у Реди Кобры. Ну, по сути, да, тут надо уже полуфинал отыгрывать как можно быстрее, потому что осталось... А ну, вот Омбер Тимбервольф, потом уже Зулан... Уже Сулан Винчестер, и будет нормально. Дурка, иди сюда. Дурка, заходи к Алексею К. Тебя там ждут. Так. Веселуха, развлечения, господа. Веселуха и развлечения. Давайте посмотрим, на каком мы там месте. Интересно же. Хотя, с учетом того, что на старт разбежался, думаю, не так уж высоко мы сидим. А, не, нормально, топ-7. Топ-7, Мордалит Кап-1, вот видите, да? Что там, Упергеймер играет. ВЦС Шанхай, дрить, мадрить. Дукалис. Кто такой Дукалис? Санчес играет Хардстоун. Тварина. Хуливорф. Не позволим Холиворф нас опередить, господа. Так, ладно. Флэшман, блин. Так, Яома напишет Плюшкин. Так, запись. Да. Окей. Так, дурка там. Ну бегом, флешман, не тупи. Давай полуфинал и финал. Посмотрим. С вами передача ищу тебя. Да, Дукалис и не трожь. А кто это такой вообще? Так, мне надоела эта музыка потом как-нибудь. Называй Санчеса нагибатором. В смысле? Почему надо все время писать?
Так, ждет. Флэш сейчас просто влепит тех лусов, ему будет очень весело от этого, я так понимаю. Увлекательный геймплей. Да. И флешман продолжает здесь сидеть. Потрясающий человек, уникальный просто. Ладно, ждем. Называй Санчеса петушком. Зачем? Тем-тара-та-та-ра-та-та-тара. Вышел. Хорошо. Флеш ушел к Алексею. Все нормально. Вот, все хорошо. Надо банить не раз, а юнитов. Например, забанить врагури на танке. Но это странно как-то. Давайте играть через пехоту, да? Или давайте играть через собак. Масса собаки нас спасут. Спасут нашу русскую, великую русскую державу, да? Иракскую, или за кого там играют. Так, я не очень понимаю, где у нас Омер... Тимбер. Оман Тимбер. Та-т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 а
Ну и... Так, флеша мы вроде отправили. Где у нас Тимбер и Вольф? Вот, тьфу, Тимбер и Оман. 15 минут прошло. Что-то они оба как-то куда-то делись. Т-т-т-т. Парадайлер то стрим, нет, стерео, это не просто стрим, это турнир Парадайлер, организованный сообществом Парадайлер второго русским комьюнити. И, собственно, у нас полуфинал Винеров, а Оман, ну... Вот. А он где-то шляется. Только на ножах. А мы играли масс-собак, как Ками. Да? Минут, говорит, осталось. Тимбер, ну ладно, видимо, я что-то профукал. Забанить Харвестеров оппоненту. Интересная мысль. Санчеса можно еще петушком. И сегодня, кстати, день петушка. Сегодня день петушка. Замечательно. Ждем Омана. Ждем Омана. 20 минут, одни псы, я победил. Не уверен. Не уверен. Лет 9 назад в эту игру играл последний раз. Но Истерио, я тут уже проводил один турнир по этой игре в январе. И вот сейчас просто сообщество, насмотревшись... ну, в общем, короче, комьюнити, русская комьюнити решила, что она тоже хочет провести турнир. Вот, кстати, вот о турнире. Видишь, 6 тысяч призовых, 25 участников. Тут как бы 23 не зарегистрировались в итоге. Ну, там нормальная ситуация. Вот, у нас тут сеточка. Ну, в общем, все, уже тут все хорошо. Четверть прошли. Лузера тут отыгрывают, Дурка Флешман сейчас будут играть, а у нас нужно, чтобы Венера отыграли. А вот. В общем-то, все. Смотря с какого момента кто-то засекал время. Ну да, ну да. Так, вообще disable sound. Что-то как-то бесит мне этот звук. Была игра через Тесла. Ну, у Тесликов делали, но прямо игра через Тесла нет, не было. Столько времени потратил, пипец. На что именно зомби? А, вот. Пам-там-та-ра-та-та-там-там-там.
Ну понятно. Привет, привет, Стайкер. Ждем, ждем Умана. Как бит слил деку? Он же его выиграл один раз. А, нет, там бит в итоге вышел с тех лузами, потому что... А, нет, именно дек рус он, по-моему, проиграл, просто проиграл. Я не видел, ребят, стримил другой человек. А, из сетки лузеров он вылетел, потому что он сказал, что он больше играть не может, поэтому, типа, все. А, когда матч? Матч, вот ждем Момана. Сейчас, по идее, уже должен начаться матч. Что-то Моман тормозит. Сейчас... 4 метра века, да нет, должно быть уже давно, на самом деле. Да нет, я отходил, было 47, сейчас 17, 7, 7 минут. 20 минут уже прошло, где вышляется. Странно это все, господа, очень странно. Ну ладно, подождем еще немножко. Подождем. Туп-т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 уп. Ой. Оман доедает, он опять у нас кушает. Оман любит покушать, ну нормально. На книжном сайте сижу, какие там аннотации. Но аннотации это всегда весело, ты чё. Фактически сейчас будет драка за выход в финал. И тот, кто выйдет в финал, по крайней мере, обеспечит себе... Сейчас я скажу, третье место он себе точно обеспечит. И может даже обеспечить себе... Хотя нет, в финале... Да, третье место он должен себе обеспечить, по идее. Ждем. Задержку поставьте, чтобы все четко было. Полчаса назад игра уже прошла, зомби. И не полчаса назад говорили. А говорили об этом 7 минут назад. Оман там что-то доедает. Окей, так, ладно. Ну, я не знаю, как вам объяснить. Овер сказал, сейчас будет 3-2 минутки. Овер? В смысле овер? Нам нужно доиграть, потому что у нас, как бы, у нас свинера, там, ой, лузера сейчас сыграют все, и чё? Мы, получается, тормозим сетку. Ладно, сейчас я тогда отойду на секундочку. Ребята сейчас подбегут и посмотрим, что из этого выйдет. Вообще, конечно... А, все, наконец-то. Так. Читать для слабаков, хорошо. Цвета карту бери, гоу, 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 гоу. Я пишу M-Ready. И мы смотрим, о, вот так вот, Эдмон Ридж выбрали, ребята, как первую карту. Американец против Тимбервольф, американец Оман играет, вот так вот. Кто просил альянс? Вот вам альянс. Я розовый, говорит Оман. Франция, ух ты, ёкран бабай, вот Франции сегодня еще не было, кстати. Ну, в чем дело? Оман опять кушает? Да, он любит покушать. Толстый, жирный, пусть пса жирный. Компотик Ваха во вторник. Меньше паникуйте. Так. Все, погнали. Итак, первый... я не вижу. Первый полуфинал. Да, первый полуфинал сетки Винеров. Оман против Тимбервольфа. Карта Deadman's Ridge. Карта веселенькая. Американец против француза. Оба альянса. Это, в общем, довольно прикольно. Интересно, что они там выдумывали. Ну что, передвигается. Да, сразу передвигает Оман у нас... оба передвигают свои ЦЦшки. Все аккуратно все делается. Сразу, чтобы бараки ставить вниз и не парить друг другу мозг. Электричество. Электричество. Ну, ждем пока. Да, побежали собаки, ни у кого ничего не лагает. Поэтому темп довольно высокий. Сколько весит Томаш, он всегда ясно, не знаю.
Ну что, сразу нижняя занимается. Тут собака. Ай-яй-яй, Тимберволь делает небольшую ошибку. Он ставит бараки наверху. Их его собаки будут бежать медленнее. Тут уже, по-моему, должны были пойти пехотинцы. Да, если успеет занять точку, тут собаки вообще фиолетово выдвинулись вперед. Раз. Французские собаки гибнут одна за другой. Занимается нижний бункер. Отлично. Правда, все-таки зажирает собаком. Тут их три. И главное, что пехотинец занял. Теперь инженеры спокойно смогут спокойно все занять. Начинают заниматься у нас нефтянки. Все очень аккуратненько. Фиолетовые собаки пробегают вперед. Нет, не сумел солдат спасти. Три инженера собака. Ой, сейчас инженеры будут падать. Минус раз, два, три. И три инженера. Отлично. Оман вообще тащит. Адский бункер наконец строится. Ну, дот, правда, не спасают, собаки убивают омановских собак, но те окупились просто ужасно. Занимает вообще он в наглую вражеские нефтянки. Баф у него денег просто безумный. Все у него хорошо. Так. Ну что, вообще ситуация очень в пользу Омана. Причем он, походу, сейчас собирается. Да, он выходит на южный остров, отжирается по самой небалусе. У него уже 4 танка и завод. Здесь завода так и нет. Тут через воздушку играет француз. По-моему, Вольф сейчас сольется, ребят. Что хотите со мной делаете? Но это, по-моему, уже проблема. То есть, потому что чисто по экономике уже наспамил такое количество. 6 танков, 6 гризликов. Там вроде у нас воздушная пехота. Где-то. А, тут попытка убить нефтянки. Но нефтянки стоят, гризлики зажимаются. Так, тут все нормально. Тут тоже ставится воздух. Да, ситуация у меня намного лучше. Намного-намного лучше. Тут еще не занят почему-то аэродром и нефтянка южные. Тут-то все занято. ПВОшка ставится. Северный остров собирается занять Оман. Денег у него как у дурака махорки, честное слово. Ой-ой-ой. А Корею просто пофиксили, потому что в момент моего турнира там Корея была имба полная, так что сейчас пофиксили, можно играть за Корею, поэтому за нее никто не играет. Она больше не имба. Выбегают зелененькие, так. Ну что, десант? Да, десант на юг, причем еще хороший, удачный. У нас тут минус. Десант, еще один тайный десант на базу Тимбервольфа, по-моему, это проигрыш, ребят. Продается Ревка и... Воздушная пехота, конечно, кое-что может сделать, а может и не будет. Тут выход гризликами. Не, ребят, это ГГ, ребят. Тут уже минус воздух. Вольф выходит без ГГ. Это было быстро. Это было быстро. Так, Оман на одно очко. Я сказал одно очко, не тупи, система. Хорошо. Ну что, карту выбирает у нас Тимбервольф. Надо подождать карту. Дюн патруль просит Вольф. Куба против Ирака. Погнали, вторая игра. Это было Трина, хочу напомнить. Давайте посмотрим, что же из этого выйдет. Оман за Кубу против Тимбервольфа Ирака на Дюне. Ну, вообще говоря, не знаю. По-моему, тут ситуация такая интересная, потому что, с одной стороны, Ирак может пофиксить. Оба не сдвигаются с места, просто ставят базы там, где они есть, как можно быстрее. Видимо, они будут вытягиваться вперед на центральный. Нет, на южную вытягивается вниз розовый кубинец. Оман ставит у нас барак. Что тут должны начаться? Тут очень веселые всякие вещи. Убежали собаки. Ребят, меня слышат нормально? Ничего не заглушает, нормально. Собачки, три собаки. Тут тоже три собаки, по-моему. Нет, тут, по-моему, две. Нет, три собаки. Все-таки начинается тут бадание. Кто кого, зачем, почему. Так. Ревка. Ревка. Собаки, так, минус одна фиолетовая. Вторая пробегает вперед. Я думаю, что это будет завода, нет, или еще ревки. Нефтянок тут нет, поэтому надо чисто на ресурсах жить. Иракская собака бегает за кубинской изо всех сил. Ставится завод у Омана. Завода у Тимбера я пока не вижу. Нет, ставится завод у Тимбера. Ну что, они будут выходить в паучков? Да, паучок пошел. О, хорош. Вышел и загрыз. Так, понятно. Ой, куда он делся?
Видимо, он уже куда-то побежал. Да, вот он побежит и влетает в вольфовский харвестер. Надо срочно ставить ремонт. Но причем, собственно, паучок Вольфа не двигается вообще. Ставится еще один. И продается сразу ремонтник. И это минус харвестер. Ай-яй-яй, ошибка. Минус еще один харвестер сейчас будет. Два харвестера, неужели два харвестера потеряет? Два в три играет у нас сейчас Тимбервольф по харвестеру. Причем будет сейчас один в три, это очень сильно. Чуть громковато. Пардон. Так, так должно быть нормально. Забегание все-таки один пробегает, но нет, отчинивает все-таки харвестер. 2 в 3 игра. Минус танк с помощью паучка. Танков тут 2, тут 3. 3 танка на 1. По инкаму, ну конечно, он впереди по инкаму. Извините, 3 харвестера, это 3 харвестера. Прибегает паучок. Нет, не успевает забрать танк. Умана. Ставится радар. Походу, неужели это будут кубинские засранцы? Что, ну зачем? А, все-таки пробежал, что ли, вы хотите сказать, паучок? Ну ладно, окей, пробежал, так пробежал. Два танка, Вольфу не хватает просто. Сейчас тише должно было быть, по идее. У Вольфа просто не хватает сил. Я могу сделать так. Вот так должно быть лучше. Так, ну что? Тихо. Куда он стреляет? В землю куда-то стреляет, видимо, заграбил Ломан. Что у Тимбера? У Тимбера сливается один... Так, нет. Я не знаю, что он здесь выставился. Два танка у него есть. Тут два танка против пяти, это несерьезно. Не хватает инкаму Тимберу, конечно. Потеря вот того харвестера ему дорого обошлась. Наконец он устанавливает, поставит третий харвестер. Прямо в минеральной линии. Прямо в в золоте. Ну что? Два паучка попытается уравнять шансы, или как? Тут 6 танков, тут уже 7 танков. 7 танков, 7 гризликов против 2, 3, хорошо, 3 гризликов. Но это серьезно. Я думаю, что это 2-0, в общем-то, во многом. Беда. ПВОшка делается, так интересно, что там внутри. Я думаю, что там паучки, наверное, с забеганием. Два паучка, 5 танков. Ну что, раз, в одно вошло. Очень хорошо. Не доконтроливает, нет, доконтроливает взрывы. Не убили, это взрывники были, но они не убили завод и не убили электричество. Взрыв был не очень удачный. Отбивается от атаки Тимбервольф, причем еще с хорошим запасом. У него 6 на 5. Но тут 4 харва против 3 уже. И надо выстраиваться вперед, а как бы... Нет, подожди, против 2 получается. А когда он успел? То есть, видимо, какой-то из харвестеров все-таки погиб, видимо, от раздачи. Зафокусен. Тут Lost Long Distance Mining, 3 достраивается. Поехал нижнюю добывать у нас Тимбервольф. Но экономика, конечно, настолько лучше у Омана, что я думаю, что это занятие, боюсь, бесполезное. Еще один паучок побежал. Ну что, побежал, не побежал? Тихо. Забег? Нет, не будет забега. Харвестер дополнительный, 4 харва. Попытка как-то, что называется, минимизировать разницу по экономике. Тем не менее, разница есть. Подлагивает кто-то из ребят. В общем, так прилично подлагивает. Ну ладно. Нет, это не у меня. Я проверил сейчас. Так, что там такое? Взрывник затупил и... Нет, паук забирает взрывника. Нормально все. Но он заложил, по-моему, минус здание. Есть такое подозрение. Сейчас что-то рванет. Что, неужели минус завод будет? Да, минус завод. Это ГГ. По-моему, это ГГ, ребят. Потому что... А, хотя Тимбервольф вообще-то деньги есть. Что такое лагает-то? Так, ну вроде нормально все.
Погнали. Выход Омана, довольно жирный выход. Довольно крепкий выход, я бы выразился так. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ну вот если сейчас Омен пробивает, то он пробивает. Но он пока не пробивает, правда. Что-то лагает сильно, ребят. Так, танков тут много, тут уже паучки пошли, причем пачка паучков. И что у нас здесь хорошего? Да ничего хорошего не происходит, по сути. Нет, убивается один паучок, тут 4 хорва, все еще 4 хорва, паучки тут все делают как хотят. Экономика у нас 4000 у Тимбервольфа. Завод он, конечно, починил, но в остальном, конечно, я не могу сказать, что там у него сильно какие-то ситуации хорошие. Беда у него, конечно. Беда бедовая, нет, не аккуратно отмикривает 5-м харвестером северным. У нас товарищ Тимбервольф. 4 хорва в 5. Танков больше Омана. Вообще-то он может попробовать наломиться, но тут, конечно, очень много. Тут еще и теслики. В принципе, это должно затащить, по идее, я надеюсь. Не знаю. Ну, ребят, пушите, пушите давайте. Минус. О, хорош, нет. Жив оказался у нас. Харвестер выживает. Ну что? Пуш-пуш-пуш-пуш-пуш-пуш-пуш-пуш-пуш. Лагает. Но я потом посмотрю, нет, один пробивается. Паучок, главное его аккуратно отфиксить. Куда он поехал? Да ладно, второй танк. Ну, Оман. Будь человеком, что ты делаешь? Хорош. Нет, отмикривает. Нормально. Два танка он, правда, потерял. Ну тут мало на самом деле Тимбервольф, правда деньги у него все еще копятся, два завода уже есть, там у нас тоже два завода есть. Правда Long Distance Mining у Омана не хватает денег ему на ревку, но тут очень много у Омана. Хотя тут уже и, так сказать, немало и самого Вольфа, при этом у него с деньгами это получше. Правда тоже для Long Distance Mining, надо строить ревку, срочно строить ревку и как-то это все фиксить. Приходит у нас Оман, нет, не выходит ничего. Хорош, минус. И нельзя давать харвестеры. Ой, как харвестер сейчас умрет быстро. Да, харвестер умирает. У кого микро лучше, по сути. Вольф старается, Вольф терпит, но... Правда, у него и теслики есть, и то, и пятое, и десятое. Так что в лоб Оману будет тяжело. Прибегают собаки, чтобы как-то вот эту пехоту, что называется, хоть немножечко нивелировать. Ну, не знаю, не знаю. Собаки не пробиваются, погибают все как одна. Такая позиционная началась война. Тут 5 харвестеров ставится ревка. Эту можно, кстати, продать. Отжирается. Тут у нас что по экономике? Тут север почти дожран. 4-5 харвестеров тоже. Тут один тупит что-то. Может быть, ВТР надо было построить. Ну вот просто толпой носорогов здесь катаются, ребята. Так, ну что, тут паучки, правда, 3 штучки есть. Так что может что-нибудь неприятное сделать Оману, даже 4. 3 завода здесь уже. 3 завода в 2, и, судя по всему, что у нас? Оман строит Киров репортинг, потому что у него лаборатория-то есть с радаром. Или не будет Киров репортинг? Надо Киров репортинг тогда, да, если есть уж такая возможность, если есть лаборатория. Надо устраивать полный Киров репортинг головного мозга. Господи, как их много-то, ребят. Да, Киров репортинг. А вот отбиваться от Кирова Тимберу нечего. Правда, деньги-то у него есть, так что, в общем, довольно специфически. Возможно, он отобьется. Я бы сказал, ну, правда, можно по танкам долбануть, можно еще что-то сделать. В итоге, как бы, сам по себе лимит-то у Тимбера посерьезнее пехотный. Ну, в смысле, наземный, на самом деле, там, с тесликами там посерьезнее будет. С другой стороны, останавливать Киров особо тоже нечем. Тут только раз, два,
Ну надо всеми тремя тогда. Чё тупишь там? Ай, минус ПВОшка. Так, какая-то разборка. Хорошая попытка что-то взорвать. Нет, Киров не долетит, ребят. Не долетел Киров, обидно, очень много денег только что слилось. Ну что, Тимбер просто перемакрил, походу. Хотя денег, в общем, у обоих сейчас будут проблемы с деньгами, и надо идти драться. Но Оман надо отмикрить, потому что у Тимбера это у него и Тесла, и пехота, и ПВОшки, и пауки, и дохрена всего. А у Омана, по-моему, вот три паука и пачка, собственно, танков. Больше ничего. Безусловно, в этой игре, в общем, по факту практически ресурсы бесконечные, они же тут пополняются постоянно. Тем не менее. Пучки тут встречают, нет, не, ну что, ни один, нет, по один пучок в ПВОшку залез. Минус ПВОшка за три паука, ну так себе разменчик, честно говоря, чисто финансово, так себе разменчик. Так, ну что, драка будет? Забежала аж в два танка, хорош. Нет, зачем убивать танк, которому и так твой паук, непонятно, ну ладно. С Харвестером пытается отбиться Оман. Начинается совершенно дичайший налом, но тут довольно... Нет, тут слишком много Тимбервольфа, вы знаете. И у него еще запас по ресурсам бешеный. И Теслики добегают. Так, попытка что-то сделать. Нет, Оман проигрывает, ребят. Здесь слишком много Тимбервольфа. Красиво, но бесполезно. Все, ГГ. Оман проиграл. Неплохо. 1-1, ребят. 1-1. Так, что за НАТО не играет вообще? Только что была игра за НАТО. Как же куча апокалипсиса, а клик? Ну на. Звук какие картинка лагает? Ну понятно. Так, сейчас я кое-что проверю свое. Всем бодрый вечер. Киров, да. Сейчас подумаю, говорит Оман. Так. Сейчас я проверю, чтобы... Извините, рестрим шел. Должен идти рестрим. Запись идет, рестрим идет нормально. Тайм-аут может 3 минуты? 3 минуты тайм-аут, я пойду, у меня чайник стоит. Окей, 3 минуты. Ребята, Оман пока выбирает карту. Тайм-аут 3 минуты, сейчас вернусь. Зато проверю, что у меня с интернетом сейчас было. Спасен, все хорошо. Ну что, ух ты, какая карта. Потрясающее что-то. Так, 170, 224 человека на стриме. В общем, сложности на Твиче народу. Ух как, hello Twitch. Всем здравствуйте, с вами Кочевник. Смотрим уже полуфинал Виннеров.
и все дела. Так. Го. Погнали. Потрясающая игра Омен против Вольфа. Первый полуфинал. Дальше будет Жасулан против Винчестера. Оман, Тимир, Вольф, карта такая, веселенькая карта, там домиков много, по центру у нас алмазики. Итак, опять Ирак против Кубы. Так, что у нас здесь хорошего? Ну, ребят, сказали 3 минуты, я не понял. Я меньше, чем за 3 минуты успел, я знаю, я считал. Так, ну что? Оба строят. Пехота выходит сразу, видимо, здание занимать. Аэродром хорошо бы занять здесь, конечно. Ребята, игра теперь нормальной громкости? Нормально теперь? Ох, ёкарн бабай. Хорошо, собаки тут бегают с пехотой. Ну, не знаю, зеленые собаки вроде бы выигрывают фиолетовых. Да, судя по всему, выигрывают. Нет. Зеленые собаки выиграли. Инженер сейчас погибнет. Нет! Ставится башня, несколько поздновато. Минус две собаки. В здание заходят ребята. Не успевает. Так, Макдональд заходит. Убивается башенька. Пыщ-пыщ-пыщ-пыщ-пыщ. Взрыв. Хорошо. Тебя дверка скрипит, я знаю. Модерау. Так, вот это уже неприятно. Вольф делает своему оппоненту. Хорош, очень хорош. Пдыщ, пдыщ. Уезжает первый танк. В здание очень хорошо засел Тимбервольф в здание. Будет тяжело его отсюда вытряхивать. Я бы сказал, очень тяжело. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Нет, вытряхивается один пехотинец, но танк почти... О, танк не задавливает, погибает. По сути, ситуация, конечно, дрянь. Что у нас делает с Тимбервольф? Тимбервольф поставил завод, побежали паучки, побежали... Танчики, тут пехота копится, занимается нефтянка. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тут все еще разборки какие-то дикие. Здание все еще цело, хочу заметить. 5 пехотинцев выходит вперед, убивается забор для занятия аэродрома, выбегает вперед паучок. Печальная история, паучок забирает просто к чертовой матери всю пехоту. И минус ревка. Это ГГ, ребята. Молодец, говорит Оман. Вольф запушил. Очень быстро сейчас была игра, конечно. И у нас, в общем-то, Оман падает в лузера, а Тимбер выходит первый финалист. Винеров. Так, т-т-т-т-т-т-т. Против кого? Против Винча? Это тот самый Винч из АОЕ? Нет, вроде нет, Винчестер разный. Так, логично. Да, Тимбервольф пошел в чат, окей. Ну что, давайте посмотрим, что у нас в чате турнира происходит. Там вроде дурка, я так понимаю, все еще играет с флешманом. Посмотрим на сетку узоров. Сетка лузеров. Так. Винчестер. Так, подождите, как это? А, ну да. Сетка лузеров. Дек вышел с Бибита. Да, флешман с дуркой все еще играют. Оман упал, ждет соперника. И у нас фактически... Декрут ждет соперника. Надо призывать Винчестера и Жасулана. Сейчас я напишу им. Так. Жасулан. Спрашиваю Хредди. У тебя дверка скрипит, я знаю. Так, логично. Вы меня стримите. Да, Жасулан, заходи. Сейчас я позвоню этому самому. Позвоню Оману. Ни хрена себе громкость. Так, сейчас. Алле. Кто у нас следующий играет? Жасулан против Винчестера. Последний, кто остался. Я им уже... Больше никто не будет играть? А?
Сегодня больше никто не будет играть? А, это я не знаю, это посмотрим, потому что у нас еще лузера. У нас вообще, как бы, получается, у нас уже полуфиналы проходят. Сейчас я спрошу Алексея. Так, сегодня все закончим, спрошу я. А уже поздно? Так, нам надо найти, правда, Винчестер, не знаю, где. Окей. То есть это будет последняя игра на сегодня, это будет последний полуфинал Арсенал Винчестер на выход в финал Виноров. Можно было бы, в принципе, сегодня еще отстримить Тимбервольф с победителем. Это будет финал Виноров уже. Ну, а почему бы это сегодня, если они оба готовы играть? Потому что нужно еще финал Лазеров. То есть лучше, раз финал, то раз так. Но на сегодня это получается на стрим последнее. Лузера там ребята достримят, я так понял. Вот, я спросил сейчас. ТК пишет, что в 12 завтра начало. Это предварительно. Ну там решим. Так, та. Переставить Вахе такой гем. Ну что делать, смерть? Сын, да, ну это хорошо. Это... Собственно, Жезулана. Приду. Да, я понимаю. Там Винчестер пишет, что 2 минуты. Ну хорошо, Жеслан где-то шляется. Ну ладно. Он сам сказал, что... Они же еще не подчеркали, то есть это минут на 10. Ну, это не страшно. Подождем. Тым-тыры-тыры-тыры-тыры-тыры. Тырим. Ну, по сути, вот сейчас сетку ребятам покажу. Вот, по сути, у нас что осталось? У нас, получается, сейчас отыгрывается. То есть, вот у нас фактически остается в винерах только финал, суперфинал. И в лузерах у нас, получается, Декрус... С кем играет? А, с Флешманом или Дуркой. Оман против... Ничего не понятно. Да, еще не понятно, против кого у нас Оман. Хельсон, да, и кто-то упадет сейчас. Подожди, а куда падает тогда же Слан или... А, с Хельсоном будет играть тот, кто сейчас сыграет, проиграет между Винчестером и Жесуланом. Все понятно. Винчестер зашел, Жесулан, где тебя носят, блин? Слоупочество ваше. У них еще будет 20 минут чекать. А, у них уже решено Hidden Valley. Hidden Valley, окей, окей. Хорошо, что решено, хорошо, что решено. Ёкарен бабай, Жесулан пароль не мог запомнить. Неужели такой сложный пароль? Все же Слан падает. Хайден Вуали это серьезная карта для начала, мне кажется, нет? Возможно. БО5, так, а нет, это БО3. Это БО3 еще, да, БО3, все. Я же испугался. Думаю, боже мой, боже мой, боже мой, нет, только не это. Но нет, все нормально. Ну, Тимбервольф, кстати, красиво сейчас сыграл. Вот последнюю, да, карту особенно. Вообще, мощно там вообще. Там два пехотинца из здания расстреляло завод. Что-то, ну да, да, да. Серьезно. Ревку расстреляло просто. Не, красиво, красиво он сыграл. Ну ладно, погнали. Два ирака на Хайден Волей. Валей, валей, валей. Что у нас тут? Слева у нас красный иракский Винчестер, справа у нас синий, опять иракский же Сулан. Ты ставишь на Винчестер, я так понимаю? На этом нет. В этом сражении, возможно, я не уверен, кто может победить, потому что оба игрока очень сильные. Ну, в общем, да, они такие, ребята, серьезные. Сразу пошел занимать у нас же Сулан, кстати, нефтянку. Что, ам нам нет?
Нет, не добегая собака же Сулана, не будет у него разведки на базе Винчестер. Это не очень приятно. Но и сам поставил собаку так красиво по центру ущелья. Хотя мне кажется, Винчестер особо не парится. Хотя нет, он пошел вот вперед. Ну тут пока ничего не происходит. Они захватили нефть по госпиталю. Никто госпиталь даже не трогал. Ну а, ты знаешь, это... я, по-моему, вообще ни разу не видел, чтобы на этой карте реально кто-то захватывал госпиталь. Ты знаешь, по-моему, всем не до этого. Я захватывал как-то раз, когда играл. Ну, да? Госпиталь, если ты играешь, допустим, в масс-пехоту, то она неплохая. Ну да, но играть на масс-пехоту, это, знаешь... Это такое. Ну да, за Советский Союз особенно. Если только много дезоляторов. Прибегают паучки, тут что-то пытаются сделать. Не, ну дезоляторов там тоже, знаешь, они там... Хотя, сложный вопрос. Ну что, у нас три хорва уже у Жасулана. Забегает паучок, и что, успеет? Не, а, не получилось. Честер не получилось забежать паучком. Боль, боль, боль. Французы были сегодня, Касардос. 3 в 3, нормально. Танк приезжает, и что он видит? Еще с паучком, два танка. Опа, хорош, запрыгнул в танк. Ну отдавать-то, ну... Да, минус башенка. Слушай, а Жаслан сейчас протащит, у него три танка. Да, три танка, это серьезно. Ее один еще на дотекании. Норм так. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, аккуратно. Маленький замесик. Ну вот, Жасулан немножко закрабил. Надо было раньше пушить, сейчас уже так сложнее будет. Под башней особенно. Два. Два в четыре. Три в четыре. Нет, уже не пробьет тут Жасулан. Ну, потом еще пять танков у него. Ну, 5-6, 6 уже. Там, правда, уже 4... О, 5 хорвов, кстати, уже с Уланом. Он разжирается по самой небалуйся. Ну, эта карта там, где золота много, прям со старта, то есть это правильно. Ну да, имеет смысл, конечно. По кулдауну просто ставится уже с Улана танк, я смотрю. Ну, если деньги есть, постоянная добыча. Ну, тут тоже, знаешь, там, Винчестер тоже... Кушает, кушает. Правда, у него 4 хорва, но... Разведки ни у кого из них на вражескую базу практически нет. То есть Жасулан там что-то посмотрел, то, что посмотрел, но не очень много, я думаю. Пятый ставится харф. Ну что? Будет наломчик. Радар, кстати, будет интересно дозолятор, как думаешь? Вот уже один построился, дозолятор со стороны. А, все, вижу, вижу, да. Да, вот дозолятор пошел, да. Это вот пехоту контрить. Там, в общем, пехоты не так уж, чтоб много, но... Одна мапа, минута 3 в среднем идет в Ахрамеев. Спасибо за фоллоу, Джожек 9. Ой, какие взрывы. О, его сожрали просто, можно было его разложить. Ну, не успел просто, я думаю, слишком... Ну, хотя сложный вопрос. Тут какой-то замес танков больше, конечно, уже Сулана. Ну, вот сейчас проигрывает фактически Винчестер эту битву. Теряет всю пехоту, да, слишком много остается уже Сулана просто. 4. Ну, правда, тут деф есть. По деньгам у обоих одинаково, но в то время же Сулан строит лабу и реактор, и железный занавес. Офигеть, нифига он там заложился. Вот это необычно, кстати, довольно быстро причем. Так, что у нас? На пятой минуте-то? Ну что, выход вперед у нас Винчестера, опять же, ну вот сейчас он ошибается, кстати. А, ну хотя можно собакой загрызть дезолятора попробовать. Ну, чего если нет. Успеет. Ну да. Ну танков, в принципе, больше уже Сулана. Надо отступать, это бесполезное занятие, мне кажется, слишком много здесь. Уже Сулана, да, отступает у нас Винчестер. Два завода у него, конечно, прикольно, но, блин, там прям вот железный занавес, это, конечно, такой момент. Погибает дезолятор, поубивав трех или четырех собак, я не успел заметить, по-моему, там три собаки померли. Всего немного. Ну так, потихонечку. Потихонечку что-то да где-то да умирает. Ну что, будет налом какой-то еще?
Хорош, поставлена точка вместо этого. Все, сейчас будет железный занавес. Сейчас же Сулан влепит. Пошел железный занавес. Еще пока не пошел. Сейчас, еще низкостанутый, скажем так. Ну, сейчас драка пойдет, я думаю, уже Сулан заюзает. Да, вот он. Ну, надо уходить просто, можно откатить железный занавес. Так, ставятся дезоляторы, пытаются хоть что-то отфиксить. Много времени прокатался железный занавес, убиваются башенки. Ну, сейчас он спалил. И закончился, все, и лаборатория ставится уже от Винчестера. Получилось, что, в общем, железный занавес никуда не ушел, на самом деле, никуда просто. Ну, это было отгоняющий железный занавес. По ну, танкам это... примерно одинаковые. Ну... позиции. Походу, будет, кстати, Винчестер в Киров репортинг играть. Я думаю, Жеслан понимает, что это возможно, и поэтому у него деньги есть, чтобы настроить ПВО, которое его собьет. Ну, в принципе, да. Ну, если, понимаешь, мне кажется, что один Киров в данной ситуации уже особо не помогает. Надо хотя бы парочку. Потому что просто... с разных сторон. А? И с разных сторон. Ну, там долго будет первый облетать, хотя если первый отправить сразу облетать, почему бы нет? Че же тоже железный занавес ставит? Опа, вот это, кстати, да. Так, ну что там? Три дезолятора, довольно много уже. Главное, своими не долбануть, по своим не долбануть случайно. Нет, все-таки Киров, ты знаешь. Это Киров. Подожди, а Киров со стороны же Сулана. Обалдеть. Я думал, что все-таки будет Винчестер играть. Железный занавес сейчас будет готов. Да, уже готов. И в этот раз, кстати, налом может быть куда более серьезный, потому что... Тут уже уходить банально танками некуда. Да, да, да. Да, вот он железный занавес, пошел замес. Плохо накрыл, надо было, можно было больше танков захватить. Ну, 5 танков он накрыл, но не смертельно. Накрывается 9. Максимально, да? Да. Ну, правда... Хламая полная. Да. Несмотря на что, просто потери такие, что уже все, это сейчас минус вся база Винчестера будет. Не слабо. Все. Ну тут изолятор что-то делает, но погибает слишком быстро. Разгром. 1-0. 1-0 же Сулан, кстати, затащил, да, ты был прав. Не зря ты сомневался. Ну, хороший игрок. Так. Жасулан. Это БО-3, да? Да, БО-3. Ждем, пока выяснит свои отношения. Что тебе понятно, Бабангида? Теперь с лузерпиком. Ну да. Ну, чисто равно надо вот что там. О, метал мидгриндер. А? Лесорубка. На этой карте мало кто еще отыграл. Ну, по-моему, одна игра, по-моему, только была. У нас одна карта раз, или сколько? Да. Одна. Ну, да. Так. А не стой. Чего? А. Ну-ну. Она. Идем, смотрим цистерны. Написано он. Попробовали, точно он. Ну что, вторая игра. Если Винчестер сейчас проиграет, он падает в лузера. Причем он падает, ну, в общем, да. Довольно забавным образом. Так. Ну что, у нас слева внизу у нас Жасулан. Справа вверху у нас Винчестер. Посмотрим. Че, Бубангида, я с тобой здоровался уже. Побежали собачки с обеих сторон. Качественно. Только одна собака побежала. А сверху всего три собаки целых побежало. Ну, да, так. Многовато. Инженер сейчас главное занять нефтянки. Кстати, нет, займет. Разведывает у нас Винчестер. Что за сукомментатор? Оман. Так, тихо. Нет, пока все ровно, никакой агрессии. Ну да, это не то, что как это, Вольф к тебе пришел. Просто он очень классно сыграл. Порвался пехотинцами, все разнес. Да, это занятие пехотинцами зданий было, конечно, красиво. Пошла рефери около нефти, чтобы добывать сразу с алмазом.
Ну, Лорелай, логично. И завод вот со Удобно. стороны Винчестера. А Вот это... рефери стоит на ВАЗе. То есть можно попробовать построить танки из вот этой вот хайграунда, где аэродром. Ага. Занять его, занять аэродром и строить там пулеметные вышки. Это будет лучшая позиция. Ну, это да. Да, то он, это он и делает, он ломает забор. Ну, надо теперь только не слить. То есть инженера не слить вообще. Инженер бежит. Нет, заходит спокойно, тут собак нигде нет. Я бы на его месте не ломился по алмазам, я бы залез бы на скалу. И начал бы играть по скалы. Так, вот сейчас вот аккуратненько занимается. Да, вот он. Ставит. Раз. Ну что, десант будет на голову? Десант-то еще далеко. О, бараки как поставлены, а? Для мяса, видимо. Ну, харвестер уничтожен, уже у слона больше нет харвестера. Ну и денег у него нет. А, нет, деньги есть, деньги есть, деньги есть. Вот же Сулан прорывается на центр, он предпочитает разнести аэродром, чем его перезанимать. Не самое, по-моему, хотя нет, вроде начинает влиять. ломать харвест. Лама, нет, взрывает аэродром, слушай. Не знаю, насколько это правильно, не знаю. Мне кажется, аэродром все-таки хорошо бы занять, чем убивать. Ну, ему виднее, что лучше для него. Ну это да. Если он сможет его перебить по танкам, то почему бы и нет. Правильно то, что сейчас у Винчестера танков-то побольше. Больше того, он сейчас в Жуслан теряет все свои. Да. И у него не производится новое. Только сейчас начали. Продается барак. Это, скорее всего, минус Жуслан. Ну, это да, это 1-1. Неплохо. Очень неплохо. Почему название КАП-1? Потому что это не от меня турнир. Такое официальное название этого турнира. И он не от меня. Птыщ, птыщ, птыщ. И, в общем-то, все. Но он не сдается же Жуслана до сих пор. Ну, у него запас по деньгам-то, в принципе, есть. Проблема в том, что ему не отпустят сейчас его. Винчестер же. Запас по деньгам, ну, хотя три танка всего проехал. Это минус Харвестер будет. Ну да, и все. Куда нет, обороняться нечем, это, да. Хотя, в общем, завод-то отстроен, посмотри наверх. Паучки побежали, продалась. ЦЦшка продалась. Минус один танк. Но если он НКМ сможет сохранить, ну тут еще два. Ну, два танка это уже все, по-моему. Ну нет, паучок забегает в один. Так. Во второй забегает, это было обалдеть. Просто паучками прибегает тут. Все, минус все танки. Забавно. Но и минус барак. А строить-то уже нечего, пехоты не будет точно. Зато что? И танков, жучков довольно много, и танки. Ну, скажем так, отбиться от минимального налома можно, можно дальше пойти похоронить. У него есть 5 жуков, но это все одним харвестером, вся вот эта вот гопша кончится. Ну, к сожалению, да. Так, ну что? Минус один паук, все, а уже ничего не сделаешь, денег нет. Да, и добычи тоже нет. У него есть 2 нефтянки, но это ни о чем. Собаки просто прибегают одна за другой. Так, ну два танка он забежал, конечно. Один уже, а второй отчинивается, не все. Мичестер выиграл, у него еще 4000. Опа, у меня ошибка соединения. Да, есть такое. Ну здесь нет. Очевидно. Ну да, тут уже все. 1-1. Так. Ты выиграл. Это произвол! Начинается. Ладно, карту пусть выбирает, даже Сулан у нас. Винчестер неплох. Винчестер очень неплох. Я бы сказал, весьма. Ну, это решающая карта. Ну да. Наверное, возьмут что-нибудь либо агрессивное, либо сверхсейвовое. Ну, на самом деле, что там того, кто у нас выбирает, Жезулан? Жезулан. Ну, посмотрим, что он выберет, на самом деле. Было бы, конечно, интересно посмотреть на макро. Ну да фиг с ним. Ну, макро мы увидели в первой игре. Дённый патруль у нас следующая карта. Куба. Вот так вот выбираешь же слон Кубу при этом под эту карту. Эх, эта карта никому никогда не надоест. Ну да, вообще, кстати, на моем турнире она тоже была, по-моему, самая популярная. Ее все время кто-то брал. Это классика, она зеркальная, балансная. Ну да, по земле можно пробегаться. Никакого, никакой воды, никаких сюрпризов. Она слишком открытая. Ну, это другой вопрос.
Для многих стран сразу отпадают. Так, ну что, ребята строятся как обычно, никаких подъездов, никаких необычностей, просто вытягивание. Нет, Винчестер строится к центру, а Жасуан строится вниз. Ну да, уже. И будет прав. Интрига, говорит Лунар Стар. Ну да, интрига, интрига. Собачки побежали вниз, ты имеешь в виду, будет прав? Да, то, что он строится вниз. Ну, проще добывать, насколько я понимаю. На гораздо проще. То есть у тебя Харвестер, у тебя он строится рефери прямо около скалы. И он не катается, да. Ну, с того, что он сразу заезжает. А? Там будет очень большое расстояние. Ну да. Топ-2, ну, ребята эти серьезные, но просто там уже в лузерах тоже народ уже серьезный подобрался. Вопрос в том, кто вытащит. Так, собаки спокойно разведывают друг друга. Пока никаких проблем я не вижу. Ну что? И завод ставится наверх, чтобы сверху можно было сразу одним кликом поставить другую добывалку сразу наверху. Паучок выбегает. Сейчас он собачку решил забрать, по-моему, да. Пам-пара-пара-па-пам. Ну, интересно. Паучками обмениваются. И что, успех или не успех? Вот в чем вопрос. Ну, можно попробовать забежать. Нет, разворачивает, кстати, очень качественно же Сулан свой харф. Здесь что? Здесь стоит. Ну, тут пулемет ставится. Опа, продается вот тут. Три Харвестера уже играет. Эть, забежал. Неплохо. Забежал, а там... Два, три, уже третий Харвестер. Но паучок пытается снизу забежать, но мне, по-моему, не очень получается. Забежал? Забежал, тоже забежал, слушай. С горки спрыгнул. Да. Тут же Сулан строит, отчинивает свой. Вот сможет ли Винчестер отчинить свой? Денег-то у него не очень много. Два танка. Тут у нас что? Тут, кстати, танков нет у же Сулан до сих пор. Один. Да, три танка со стороны Винчестера, и он не успевает вычинить. Да, минус один Харвестер. Ну, у него обидно. Нет. А? У него нету денег, но он на лыне. Опа! Я так и думал, только что сейчас он продаст свою МС. Да? Да. Ну, в принципе, имеет смысл, у него сейчас много танков. Хотя там два завода. А, я продал один завод. Что-то у меня. Два танка, в смысле. Ну. То бучка надо не откантривает. В данном случае очень выгодно строить Тесла пехотинцев, когда тебя лынет. На деф? Да, они же не давятся, и собак, если не так много, то они спокойно убивают танки. Ну, 5 танков, 3, в принципе, у Винчестера есть шанс продавить. 4 танка, 4 в 3, 2 в 3. Так, ну что, опять 2 в 3? Нет, скорее всего, это слив. Ну, сейчас посмотрим. Ну, зачем ломать электростанцию, если пулеметы работают без электричества? А хрен его знает. Не, все, Винчестер не пробивает, конечно, все. Походу же Сулан сейчас затащит. Ну вот сейчас сольется последний танк и это ГГ. Хотя экономика, в принципе, инкам есть. Какой-то. Но у же Сулана уже больше танков. И у него все на месте. Забыл строить депо. Бывает. Да, это все. Тут, конечно, попытка заехать четырьмя танками, но там... Нет, здесь уже все очевидно. Что... Ну да, да, тут уже без дома вариантов. 4 танка, даже 5 танков отбивают спокойно. Все. Гибнет последний танк. И ГГ пишет Винчестер, все. Круто, 2-1. Ну и все, 2-1. Да. БО3 режим. Между тем у нас там где-то очень интересные сражения. Ну, у нас получается финал Винуров, да. Финал Винуров будет же Сулан против Тимбервольфа. Нет, Дурдурка против Декса, они оба играют без МСВ и друг друга алынят. Подожди, это где? Мы написали, ну, на стриме. Алексей. Дурка против Флэшмена? Да. Интересно. Но... Они оба играют без МСВ и оба алынят друг друга. Ну, прикольно. Чё? Забавно. Так мы сегодня такое уже видели. Да. Вот. Ну что, тогда все, тогда до завтра получается. Да. Вот. Ладно, спасибо, что помогал. Нет. Давай, завтра увидимся, услышимся. Давай, пока. Так, ребят, что у нас же получается? Давайте я покажу вам сетку.
Стрим шел 5 часов, получается. Все будет выложено на YouTube и тому подобное. Значит, смотрите, у нас получается так. У нас сетка Венуров. В сетке Венуров у нас остался только финал Венуров. Просто меня организаторы сказали, что я стримлю только Венуров, поэтому без разницы. Ну, там с финалами разберемся. В сетке лузеров у нас сейчас играет Флешман против Дурки, причем я так понимаю, что они наркоманят оба. И играет у нас дальше там получается кто-то там Дек. И, видимо, вот до этого. То есть вот полуфинал лузеров, финал лузеров, гранд-финал лузеров. Потом суперфинал, соответственно, здесь. Это все, что нас ждет завтра. Значит, предварительное время стрима, начала игр, как мне сообщили, ребята, 13:00 норм. В час дня, вот видите, в час дня. Соответственно, в час дня, завтра к часу дня подходите, начнется стрим, и завтра будут, собственно, все финалы. Вот. Вот так вот. В принципе, на этом на сегодня все. Да. Да, похоже, на этом на сегодня все. Всем спасибо, кто смотрел. Не забывайте, пожалуйста, подписываться. Приходите завтра в час дня смотреть финалы, чемпионата. И если вам нравится стрим, то вы можете его поддержать. Все реквизиты есть на GoldGame и на СК2 ТВ. Я буду очень благодарен любой поддержке. Мне ваша поддержка сейчас очень нужна. Вот. Ну, как-то так. Очень быстро игры идут, я согласен. Очень много времени на это тратим на ожидание. Ну, ничего не поделаешь. Все. Всем спасибо. Всем пока, всем до завтра и хороших выходных.